На этих кадрах задержание лидера наркогруппировки. Стоять, не с места! Работать нельзя! Уже в машине, когда спецназовцы сняли капюшон задержанного, замолчала вся опергруппа. Это же он! Он охранял Сашу Белого в бригаде. Саша, это что за драндулет? Это первая машина в космосе. Вот тут-то и началось. Главный герой всех заголовок газет, криминальных и светских новостей одновременно. Актер Дмитрий Гуменецкий. А как вот эти вот свертки, которые у вас в автомашине? Не можете объяснить? Нет. То есть вам подбросили или вы просто не хотите отвечать на этот вопрос? Я не могу объяснить. Видит Бог, это не я. Он знаком всем ценителям бандитских фильмов и сериалов, но мало кто знал, что Гуменецкий еще и спецназовец. Достаточно примечательная личность. Это действующий сотрудник внутренних войск. Он имел опыт боевых действий. Двойная жизнь не под стать его известной роли. Саша, я тебя не предавал. В бригаде он играл честного и прямого начальника охраны, Шмидта. Коллеги говорят, вне работы такой же. Его главный антипод по фильму «Предатель Макс» актер Александр Высоковский дружит с Гуменецким, но о его второй жизни он даже и не подозревал. Зашел на страничку, говорит, с Димой такая история. Я до сих пор оглушен, я не понимаю. Ничто не указывало о том, что он ведет какую-то там двойную жизнь. Но в этом криминальном деле недолгая актерская карьера закрыла главную новость. Оперативники в гараже у Гуменецкого нашли 280 килограммов концентрата спайса, из которого можно изготовить 7 тонн продукта на 16 миллиардов рублей. А это уже действительно сенсация. По признанию сотрудников ФСКН, такой партии не было уже лет 5. Михаил Плохотник, Ратмир Абашев, Кристина Андреева, «Анатомия дня».